Привет, с тобой Наташа Фреш, и ты смотришь новости первого на Музыке Первого. И пока мы с тобой не виделись, Сидни Суини попала в топ самых дорогих актрис. Из картинной галереи украли картины Энди Уорхола. Звезды назвали главные инфоповоды года. Погнали! Звезда «Эйфории» Сидни Суини стала одной из самых высокооплачиваемых молодых актрис Голливуда. За роль в романтической комедии «Кто угодно, кроме тебя» Суини получила 2 миллиона долларов. Неплохие такие суммы, на ипотеку точно должно хватить. А за продюсирование проекта ей достался бонус в 250 тысяч долларов. Да, бонус действительно неплохой. Также молодая актриса снялась в триллере «Служанка» и приняла участие в проекте «Мадам Паутина», за который получила хорошие гонорары. Ну а в списке самых обеспеченных молодых актрис Суини теперь уступает лишь Зендея. Из картинной галереи в Нидерландах украли серию картин Энди Уорхола. Мошенники взорвали входную дверь и украли 4 знаменитые картины художника под названием «Правящие королевы». При этом воры настолько плохо спланировали преступление, что даже не рассчитали, как именно будут вывозить полотна. В итоге в машину поместились только 2 работы, а остальные они просто выбросили при побеге. В ходе ограбления галерея сильно пострадала. Взрыв повредил не только здание, но и сами картины. Так что продать их у мошенников уже точно не выйдет. Если в итоге работу Уорхола найдут, то надеемся, что их все же получится восстановить. На календаре уже ноябрь, и, кажется, у нас появляются претенденты на звездные хиты и инфоповоды. Мы сгоняли на юбилейную презентацию «Вечернего звука» и узнали, кому респектуют артисты, какие фиты не ожидали услышать и в чем они продвинулись. Погнали смотреть! Взгляд в этом году из артистов знатно так хайпанул. Люся Бойко молодец. У нее выходит песня за песней. Люся молодец. Мия Бойко молодец. Люся Бойко знатнейшая просто хайпанула. Клава Кока. Ну а кто там поднялся? Кто? Ну Макан, Холидей Бой и вот эта девочка про Годзиллу, которая поет. Лера Беовульф. Нравится ее история как бы. Прошла много всего в жизни. И трек за треком, 3 фита подряд. Круто. А какой дуэт, может быть, удивил? Ну вот сейчас Инстасамку жду со Шнуром. Должно быть прикольно. Джиган, Севиль и Нилетто. Наш фит меня удивил очень сильно. Мне кажется, я уверена, что это коллаборация года, потому что вы, правда, не видели мое лицо, когда я узнала, что это будет Джига и Нилетто. Я каждый день ехала в машине и слушала по кругу, представляла, как будет наше выступление. Лично ваш какой-то буст за вот этот вот период? Закрылись, вот писали альбом, и мы доверили своей сестре. Она будет режиссер. Я в рок ухожу, буду больше рока делать. Слушатели на Дальнем Востоке, потому что я родом с Дальнего Востока, Чита, привет. Сейчас уже расширилась география, вот это мои достижения такие. Мы? Я считаю, что... Ну, правда. Но для меня самая большая радость – наш фит. Ну а я с тобой не прощаюсь, потому что всегда на связи в наших социальных сетях. Телеграм-канал Вайбхит и группа ВКонтакте Music One TV. Подписывайся, оставляй свои комментарии и реакции и оставайся с музыкой первого.